Мраморный зал Казанского федерального университета – один из важнейших торжественных залов вуза. Именно здесь проходят ключевые мероприятия – олимпиады, фестивали наук. И, конечно, именно он славится тем, что ежегодно встречает абитуриентов. В повседневной жизни данное пространство активно используют студенты Казанского университета для комфортного выполнения домашнего задания или подготовки к сессии. 17 июня состоялось торжественное открытие мемориала после завершившихся ремонтных работ. Открыл новое пространство ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин совместно с проректорами и профессорско-преподавательским составом вуза. Такие преобразования, конечно, у нас вот впервые. Такие прям очень дизайнерские решения, оригинальные. Вот цвет стен поменялся, картины, оформление приемной комнаты. Все это очень важно. Потому что, несмотря на то, что абитуриенты сейчас поступают много по госуслугам через электронные формы, все равно должно быть, ну, как бы входное лицо, как бы вот точка входа, чтобы прийти и посмотреть, какой университет. Приемная кампания вуза стартует 20 июня, поэтому было важно успеть закончить реконструкцию пространства именно к этому времени. Теперь холл второго корпуса Казанского федерального университета включает в себя органическое устройство площадок для каждого института, что облегчает абитуриенту поиск нужного института, а также подчеркивает разнонаправленность вуза. Ну, мы сейчас находимся с вами в такой небольшой презентационной зоне, где каждый институт имеет свой такой небольшой выставочный стол и небольшое выставочное пространство, где он может презентовать свои программы и привлекать абитуриентов на свои программы обучения. Мы думали не только о приемной кампании, мы думали и о ребятах, которые будут эксплуатировать эти помещения в процессе обучения, поэтому это пространство спроектировано таким образом, чтобы можно было как конструктор собрать из него всевозможные варианты и для проведения олимпиад, и для проведения каких-то конкурсов, и для проведения активностей в рамках студенческой жизни. Поэтому вся приемная кампания после своего завершения никуда-то там не прячется, не уезжает, а вся техника, вся мебель и все пространства, которые мы открывали, начинают функционировать на хорошее и приятное обучение для студентов. Мраморный зал теперь представляет собой удобное пространство для учебы и работы, а яркие стены, покрашенные в терракотовый цвет, будут символизировать стабильность и равновесие, что хорошо скажется на эмоциональном фоне студентов. Отметим, что разработкой дизайна занимались сотрудники Института дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета. Аделина Абдрахманова, Александр Антонов, Универ Новости.